Судно «Аквариус», которое не захотели принять ни Италия, ни Мальта, попало в шторм в Средиземном море. Из-за сильной качки многим на борту потребовалась медпомощь. Отмечу, корабль перевозит около 600 мигрантов, спасенных в разное время с нескольких лодок, терпевших бедствие в Сицилийском проливе. Разместить людей у себя наконец-то согласилась Испания, поэтому «Аквариус» сейчас направляется в порт Валенсии. О готовности принять беженцев судно заявила и Франция.